Руководство Бобруйского горисполкома составило график личного приема граждан на сентябрь. Расписание опубликовано на сайте учреждения. Записаться на прием можно по телефонам, указанным на экране, и лично, предварительно посетив кабинет номер 207 по адресу площадь Ленина, 1. На выходных стартуют сезонные ярмарки. Торговые ряды расположатся на улице Максима Горького вдоль дома номер 41 и Ульяновской возле Дворца искусств. Покупателям предложат широкий ассортимент овощей, фруктов, мяса, рыбы и сладостей. График работы с 12 до 19 часов. Инспекторы ГАИ ищут свидетелей ДТП с участием велосипедиста и автобуса МАЗ. Авария случилась 17 августа вблизи дома 3 по улице 50 лет в ЛКСМ. Гражданам, которым известны обстоятельства происшествия, необходимо связаться с правоохранителями. Работа «Бобруйчанок» победила на областном конкурсе комиксов на тему пожарной безопасности. Участие принимали воспитанники детских лагерей. Комикс «Беспечный вампир» дуэта Анны Соловей и Ирины Рассохи стал лучшим среди более чем 100 работ. В Беларуси стартует республиканский конкурс детских и молодежных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон». Отборочные этапы пройдут в каждой области и столице с сентября по январь. Организаторы стремятся сформировать у молодежи понимание рационального использования энергоресурсов и бережное отношение к окружающей среде.